Монтаж главной городской новогодней елки на острове Татышев завершен. Сегодня рабочие при помощи 62-метрового крана установили ее верхнюю часть, так называемую макушку, и украсили ее звездой. Мы находимся на высоте 45 метров. Сейчас начнется процесс по монтажу елки. Сама елка, напомню, самая высокая в России, насчитывает 55 метров. Еще на 2 метра возвышается звезда. Веса в этом сооружении 60 тонн плюс еще 5 иллюминаций. Светодиодное оборудование на елке будет таким же, как в прошлом году. А вот подсветку покажут новую. Как все это будет выглядеть, узнаем 25 декабря. Именно в этот день пройдет открытие главной городской елки и ледового городка.